Вот смотрите, это же the fuck. А можно, пожалуйста, переводчик с этого говноязыка? Вот. Нет! 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 Спикерман! Здравствуйте, друзья, с вами Декарт. Итак, погнали! Новая серия Скибиди Туалет. А точнее, вторая часть прошлой серии, можно сказать так. Мы это уже, кажется, видели. На этом все закончилось. А наши ребятки едут в лифте, едут в самую преисподнюю. Да, вы ставьте лайк обязательно, не забывайте, подписывайтесь, жмите колокольчик. И сверху стучится! Стучится какая-то зараза! Страшная скибидистная, да? А нет, смотри, это наш. А может и не наш! Ах ты, нифига себе! Троянский камерамен получился у нас в каком-то стиле. Так, в каком-то смысле, боже мой. Какой чмошник, да, надо его, правильно, наказывать. Вот, вот это я одобряю, вот это я одобряю. Пацаны, живите, все нормально. Все здоровы, все живы, все в порядке. Никто не пострадал. Мы смотрим за Вантузмена, как обычно. Где его Вантуз, кстати? О. Так. Ух, блин, да. Надо спасаться. Лифт падает, я понял. Давай, давай, карабкаемся. А классно он по стене, да, забирается, прям протыкивая вот этими штуками. Ага. Я сам могу, я крутой, да? Так, ну все. Руку помощи отверг, как говорится. Кто там? Да, это наш Вантузмен. Видите, у него Вантуз модернизированный с шипами. Опасная версия. Вон там. Заползали, заползали. Начинается, ребята, просто Splinter Cell. Splinter Cell! Я сказал, начинается Splinter Cell, и очки ночного видения прямо как там. Кто играл в старые игры Splinter Cell, тот знает. Приключения Сэма Фишера просто офигенно. Лучший стелс-экшен, я считаю. Ну, кроме Хитмана, но он такой более социальный стелс. Ну, не важно. О, смотрите, у нас тут эти туалетные логотипы. Значит, мы приближаемся куда-то в святая святых. Точнее, ну, в говная говных, я бы сказал, в этом случае, да? То есть, самое говно какое-то, скибидистое, погружаемся. Давай, закрываем двери за собой. Залетаем, слушайте. Спикермен и Вантузмен, они так плавненько метят на самых главных героев этого сериала. Ух ты. Что тут такое творится? Чё? Тихо, тихо, тихо. Я успею рассмотреть каким-то образом, что там написано? Лабораторный администратор, правительство спонсировало... А, вот смотрите, это же дофаг. Кстати, вот я нашел. Дофага я уже нашел. Все, замечательно просто. Можно не искать, вот он. Значит, Guilford Hills Labs. Лаборатория Guilford Hills получает нового администратора. Собственно, вот он, да? Он администратор. И тут что-то написано, ну... Government... Ой, я не могу это рассмотреть. Если можете, рассмотрите. Скибиди. Так, Скибиди, доп-доп, yes, yes. Скибиди, тут нехорошее слово, как будто бы, причем на русском языке, них, скибиди, доп, ес, ес, скибиди, доп, ес, ес, замечательное досье, просто великолепное, в принципе, много чего можем узнать, а вот про этого парня, нам вот говорят внезапно, что он скибиди, скибиди, иди, доп, ес, ес, скибиди, брррр, скибиди, не скибиди, ну вы поняли, да, короче, если вас будут спрашивать, то вот это не скибиди, а это дом Ви-Уи. И все, как бы, и все понятно уже сразу. Полная характеристика, считайте, что дана. А можно, пожалуйста, переводчик с этого говноязыка? А, вот, видите, хорошо написано. Правительство спонсировало подземные лаборатории, подписал новый... и подписался под этим новый администратор. Детали в секретные. 79-й год, нифига себе, это давно было, ребят. Ну, у нас тайны лора раскрываются. Такого еще не было ни в одной серии, мне кажется. Что-то Библия Скибиди или что? Библия ТВ-менов? Что это? Мануал, как расправляться с ТВ-менами, нет! Ах ты! Ах ты, говно! Блин. Это он обычного камерамена. Спикермен живой, здоровый. Да, он нас спасает. Давай, выручай. На тебя же это не действует, правильно, спикермен? Давай, надеваем, надеваем стеклышко. Все, и мы крутые, да? Ой, офигеть. Нет! 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 Спикермен! Хорош! Отлично! Ух, я уже испугался. Я думал, сейчас спикермена грохну. Этого еще не хватало. Хорош! Четко, четко, четко. Избавляемся. Избавляемся от говнюков скибидистов. Куда он вылез вообще? Тут же не было никого. Откуда он вылез? Подожди, это красный камерамен? Это у которого были связи с дофаком? Что-то его это не уберегло, походу. Связи с дофаком это не очень хорошо, видимо, в этой вселенной.
Так, это для того, чтобы чего-то не слышать. Ох, слушайте, Вантузмен реально будет главный герой, походу. Он уже взял себе супер крутой джетпак, клевые наушники. Он может в них слушать рэп, да? Не знаю, что еще делать. И сейчас, подождите, у нас еще осталось 10 секунд. Я думал, сейчас будет время для Великой Мочиловой, но, видимо, нет. Так, так, так. И вот так вот, и полетел куда-то. Ну, слушайте, крутейший эпизод в плане того, что мы увидели некоторые, знаете, там, досье, вот это вот, привет из прошлого, 79-го года, вот как назначали дофакбуком, бум-администратором, хоть что-то узнали про него чуть больше, чем он просто торчит где-то постоянно. Нашли дофакбумы сразу с первого взгляда, это круто. Единственный спорный момент, я невнимательно рассмотрел вот это все, посмотрите, что у нас тут есть. Так, меч какой-то огромный. Видите, меч, вот эта штука, которая как раз притягивает. То есть это как бы такие скибидистские расходники для борьбы. Это как бы их материалы. Вот это что? Это огромная камера какая-то или что это? Я понять не могу. Ну, какой-то пульт управления, да? Большой-большой микрофон, не знаю. О! Смотрите, ставьте лайк, говорит вот эта рука. Это абсолютно верно, я полностью поддерживаю. Огромный спикер, огромная колонка. Так, это все, видимо, разработки, как бы они берут оружие противоположной стороны, с которой они борются, альянсы, и применяют на себя. Вот огромные колонки устанавливают себе на туалеты там и так далее. А здесь мы можем видеть, да, вот это, два компьютера, книжки. Понятное дело, вот что вот здесь вот за газеты? Там газеты какие-то сбоку. Ну-ка, давайте посмотрим внимательно, можно? Как это можно рассмотреть? Ну вот серьезно, как? Ну-ка еще. Блин, там что-то нарисовано. Я не знаю, ребята, мне не видно. Мне не видно. Так, тут идет уже нападение. С нападением все понятно. Есть еще момент, на который я не обратил внимания. Вы его, наверное, заметили. И говорили, как, да как ты этого не заметил? Но вот этот парень, он, по сути, пожертвовал собой. Вы это видите? Он потянул. Я вообще на это не посмотрел. Я просто подумал, что чел упал. А он его потянул. Потянул, уронил на себя и спас всю команду. Этот камерамен отважный, славный. Дружок-камерамен, понимаете, просто, который выручил всех. Это, конечно, грустно, когда смотришь на такие моменты. Далее у меня есть теория, откуда взялся вот этот вот, в общем-то, скибиди-туалет. Вы видите вот огромный контейнер? Вот сейчас мы проверим, может, он из него вылез. Вот сейчас мы проверим, если он из него вылез, тогда все понятно. Тогда этого контейнера там не будет уже на момент нападения. Ну-ка, давай смотреть. Так, он смотрит, это, видимо, книга, которая изучает ТВ-менов, да? Вот открыть бы эту книгу тоже, да? И вот, видите, напал. Напал. А нет, контейнер стоит. Блин, я не знаю, откуда ты появился? Откуда ты появился? Открой мне эту тайну, я хочу знать. Я хочу понять, как он вылез. Почему? Почему он вылез? Как он вылез? Ворота закрыты по-прежнему, да? С потолка. Он что, на потолке сидел? Реально? Ну как это, я не понимаю. Или вот чтение вот этого говна его вызывает? Фиг его разберет, вообще непонятно. Ну как-то появился, да? Что, кстати, вот там написано на планшете? Я рассмотреть не могу, но если вы знаете, если вы как-то умудрились увеличить изображение, то напишите мне в комментариях, интересно будет. Также интересует вообще вопрос, почему здесь хранился джетпак для камерамена в принципе? То есть зачем скибидистам на базе это нужно? Наушники как бы ладно, наушники и скибидисты могут надеть, а вот этот вот камераменовский джетпак, он почему тут был? Тоже интересный вопрос, на который у меня нет ответа. Ну что ж, кликайте теперь сюда, ребята. Я думаю, мы тут посмотрели, поисследовали все, что только можно. Классная серия, бомбезная, мне понравилось. Почаще бы показывали внутренности вот этого комплекса. Это самое интересное. Будем ждать следующей серии. Всем счастливо, всем удачи, всем пока. Кликайте сюда, не пожалеете.